штурмовик подразделения «Альфа» позывной «Перун». Один из самых быстрых бойцов в игре. Эффективен на короткой и средней дистанциях. Основное оружие — автомат Калашникова АК-74М. После прокачки на автомат можно установить коллиматорный прицел. Он помогает поражать цели на дальних дистанциях. Дополнительное оружие — пистолет ГЛОК-17. С ним «Перун» передвигается значительно быстрее. Спецсредство — светошумовая граната «Заря-2». После ее взрыва на противников накладывается эффект ошеломления. Во время его действия противники не могут двигаться и стрелять. «Перун» обладает спецспособностью на вылет. Во время ее действия АК-74М пробивает одиночными выстрелами сразу две цели. Толщина брони противника при этом значения не имеет. Также при активированной способности после попадания в голову «Перун» восстанавливает себе несколько единиц здоровья. Штурмовик подразделения «Альфа» «Перун». Пронзающий насквозь.